Доброе утро, товарищи! В эфире «Пионерская зорька». Передай привет. Как ты там, пионер? Как ты чувствуешь себя в это чудесное воскресное утро? Я чувствую себя прекрасно. Итак, мы сегодня едем на дегустацию. Куда мы едем? Судя по маскам на лице, мы едем в опасную, зараженную опасными химическими элементами зону. Поэтому наша поездка сопряжена с большими приключениями. Не переключайтесь, будем держать вас в курсе. До встречи. Мы едем в регион Баграм. Деревня, в которую мы приедем, называется Кирхберг. Мы готовимся к выходу. Уже скоро мы приедем. Мы готовимся к выходу в то самое место, куда я говорил выше, в деревне Кирхберг. А Баграм, не все оттуда вернутся воины. Из того места не все возвращаются. На почту полевая, пускай труба зовет солдаты вперед. Короче, хуйня какая. Приключение начинается. Мы достигли деревни под названием Малон. И хотим постучаться в эти двери. Вдруг там, как усталым спутником, что-то нальют. Дорогая, разлюбезная моя Мария Сергеевна, пишу вам издалека. Кормят нас не очень, зато поят исправно. Мы приехали. Приезжайте к нам на праздник. Наша следующая проба, значит, называется «Флюрота Вильгина». Местный специалитет. Это вторая проба, но далеко не последняя. GoPro, стоп, съемка. Доброе утро, друзья. У нас сегодня хорошее, прохладное, июньское, воскресное утро. Судя по моему голосу, вы можете понять, что у нас уже вторая дегустация. Первая прошла успешно. Очень хорошие стаканы, легчайшие прям. Можно держать прям вот чуть ли не одним пальцем. Люди здесь, виноделы местные, они с душой относятся ко всему этому делу. Они прямо ко всему относятся серьезно. И стаканы, чтобы легкие были. Ну, чтобы, а у нас, представляете, вот целый вот день поднимать вот это, да? Чтобы у нас рука не устала, они самые легкие, вот самое легкое стекло дают нам. Вот. Хлеб вот опять же нам порезали. Хлеб. Ну там бабушка Гертруда испекла. Дима поехал. А пока вино не наливает, можно себя вот такой забавой занять. Покататься на крыше. Опа! Ну что же, дорогие зрители, мы двигаем дальше. Приезжайте к нам. ЦСКА чемпион. Однозначно. Говорит Москва. Московское время. И вот мы уже дошли сюда. То, что я сейчас пробую. Что вы, товарищ Дмитрий, нам рассказываете по поводу этих денег? Вы знаете, очень приятное место. Во-первых, очень просторное, да? Просторное. Тут хорошо дышится, пьется и мечтается. Ну, мы же передаем привет, да? Нашим телезрителям. Уважаемые товарищи телезрителя, только что мне мой товарищ, друг и коллега подсказал, что надо передать вам привет, мы вам его передаем. А поможет нам в этом Вайс Бургундер, киножурнал Миттерштайк. Это местный
Хрю. Местный виноград. Называется этот парень Нимерфоль. Вот запомните его, запомните. У него отличное вино. Подороже, конечно. Кухня, вот этот грамель, этот, как его, пьёски, грамель Кнёдель. Просто вот, вот образец, вот просто вершина, просто эталонище. Красные маки, гордая память земли, неужели вам снятся атаки? Неужели вам снятся атаки тех, кто в этих полях полегли? Так, ну что же, ребята, мы снова передаем вам всем привет, потому что мы наконец-то вышли в очередную деревню. И она у нас продолжение мероприятия. Привет. Тебе и так видно. А, серьезно, да? Да. Она называется Энгельмансбрун. Это тот местный хутор, где сосредоточено вообще все вот, вот прям виноделие, все вот эти вот погребки, виноделы. Ну, а мы решили сделать привальчик прямо на дороге, потому что сделать привальчик с таким классным вином, который только что мы пробовали, теперь купили с собой. А сейчас, главное, тихо. Вот слушайте. Мы с Серегой только сели, птицы налетели и начали нам петь вот эту вот серенаду птичью. Ой. Давайте. Я придумал, сюда. Да. Мы туда идем. Мы там все тут. Здравствуйте, мы ребята. Изучаем. Слушайте, красиво, пионерскую а мы же, зорьку. Мы всем интересуемся. Не только вином. Мы ждем, нет? Ты снимаешь уже? Естественно. Я на съеме. О, это наш четвертый. Морган. Гаскот. Алло. А, ой, уже. Уже пошел съем. Ох ты. А я тут пишу. Я ж забыл. Видите, все звонят, все хотят сюда приехать, потому что здесь красиво. Посмотрите. Вот здесь, вот. Вот так красиво. Вот так красиво. Вот так красиво. Телефоны все звонят. Он там наливает. Приезжайте. Там бесплатно? Лойте, я вас. Алло. А сколько стоит? Алло. Мит Блиссис, хай мит Блиссис, зо на видео. На дронах автофильм. Сен так. Тиметхин хумода, на. Нита, Сеос, Серега. Hello. Серега, Сеос. Я вас слушаю. Да? Это я. Скажи привет. Привет. Привет, скажи. Привет. 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 Ох, блин. Я байда. Я. Ты снимаешь? Конечно. Мы сейчас будем пить свинг. Кто не прижал Энгельмансбрун и не пил свинг, тот просто прожил жизнь зря. Где у вас ваши замечания? Вот, никаких замечаний нет, есть только восхищение. Прекрасное место, называется, значит, так, Вайнгут. Н. Как это, подожди. Все забыл, как называется поселение. А Энгельмансбрун, Вайнгут Н. Ребят, приходите. Очень хорошая цена, кстати. Очень вкусное вино. Не сидите дома. Приедьте, попробуем. Шеф? Но раз уже так получилось, я должен что-то сказать. Ну, конечно, я хочу передать привет всем своим друзьям, знакомым и вообще всем людям, хорошим, живущим на нашей планете Земля. Приезжайте вот в наши вот эти воздуха австрийские. Ну, просто вот Серега, сделай так вот, только медленно, вот медленно, панорамочку. Покажи. Покажи, как нам здесь хорошо. Чтобы они наконец-то поняли, чтобы они поняли, да, где... На нашей землице, на нашей планетке Земля, Эдем уже состоялся. Вот тут он и состоялся. И я его, как говорится, начальник. Мы сейчас будем пробовать красное вино. Сейчас. Пробовать. Вот, шеф.
Дорогие друзья, мы сейчас звоним нашим товарищам, которые не успели попасть на этот праздник и очень нам завидуют. Как вы нам завидуете? Говорят, что охуенно, очень, да. Очень сильно говорят, завидуют. Говорят, как плохо. Что? Без нас. Без нас плохо. Без нас плохо, да. А почему? А потому что с такого вина мы не можем попробовать, и потому а такие невкусные. Ох ты, ах ты. Все мы космонавты. Ну, мы снова ведем нашу передачу. Мы снова в дороге. Мы уже много попробовали. Попробовали, да. Это видно по нашим лицам и по речи нашей. Да. Но, как сказал только что Серега, самое главное, что не жарко, потому что сегодня погода не жаркая. И бог вина спустил нам прохладку, чтобы мы могли попробовать по максимуму вина. За вот, прохладку. Как здесь хорошо. Ура. Ну, бывает такое. Дима не в зачах. Ну хорошо, он сейчас нас выведет. Не, нормально, все, идем. Ну, идем по плану. Ну, во-первых, мы выполнили обязательную программу. Да. Друзья, мы переходим из одной деревни в другую. Из Энгельмансбруна. Ну, долго очень. Короче, название, переходим. А я тоже буханул. В деревне с гораздо более простым названием Фельс. Фельс, блядь. Фельс. Ну, во-первых, очень сильные нагрузки, ну, конечно, не из-за того, что мы много едим, потому что мы много, но пьем. А как же без них? Что, рота ветлина резерва. Так, пошло. Ну, конечно, я уже не очень свеж, но тем не менее мы продолжаем свой репортаж. Так, Зас, халё. У нас здесь халё, халё, это халё. Халё. Алло, алло. Зерните, алло. Алло, алло. Вот. Алло, алло. Ха-ха-ха-ха. Я всех привет. Зрителей халло. Приветствую. Халло, товарищи. Привет, я. Халло. Привет, привет, халло. А я не просто привет скажу, я скажу здравствуйте, друзья. Ну, на самом деле, у нас так хорошо здесь. У нас, во-первых, тут наливает везде вот это все на халяву. И вкусный. Шоколадинка такой прям. Сейчас скажу мужчину. Ой, бля. Охуенно. А вот это показать. Не надо, не надо включать. Покажи, всем покажи. Вот. Тут все с семьями, с детьми. Юбки разноцветные. С юбками разноцветными. Совсем приходят. Да. Привет, конечно, привет. Ну всем, всех люблю, всем привет. Так хорошо все работает. Спасибо. А. Нахуй, блядь. Ой. Да, мы да, такие, да. Блядь. Не, ну это мы, конечно, это мы не такие. Не, мы вообще нормальные люди. Да, это просто я так чуть-чуть повздорил. Короче, у нас сегодня была дегустация. Она прошла охуительно хорошо. Очень хорошо, да. Да. Ну, Дима чуть недовольный. Ну, ничего страшного. Ну так, бывает, да. Но... Ну, бывает. Ну, всякая хуйня там, что такое. Да, все такое. Ребята, до новых встреч в эфире. Чус. Но мы идем, мы не сдаемся, мы никогда не сдаемся, потому что мы всегда в процессе нашей дороги. Ура! Что Дима, скажи что-нибудь. А мне только что сказали, что я должен что-то сказать, но, ну, конечно, количество вина выпитого газа стало больше, чем до этого, но мы, конечно же, не сдаемся. А мы хуй-то сдадимся, блядь. Не, выход подготовимся, потому что мы готовы, слушай. Мы снимаем тут что-то, да? Вот снимается, да? Да. Да. А, снимаем. Да, мы в процессе. Дорогие друзья, если вам показалось, что мы бухие, нам вообще нихуя не бухие, то вам нихера не показалось, потому что мы реально бухие. А знаете почему? Потому что это классный край, где все наливают, никто за это ничего не берет. Тут просто очень хорошо, душевно, вот, сердобольно. Да, и хуй оттуда выйдешь потом, блядь. Короче, вот невозможно. Мы еле-еле, Серега, ушли. Вышли, нас, блядь, хватали, блядь, прям за ноги, за эти, за пяточки. Они говорят, оставайтесь еще, будете оставайтесь нашими королями. А мы сказали, ни хрена, сказали. Мы верим вам. Не, мы сказали, ни хрена. Мы верим, блядь. Да-да, мы, конечно, вернемся. И просто так не выйдем. Вот, ну, Серега сказал, мне надо к семье, а я сказал, а мне просто... Да, мы сказали. Мне просто надо вырваться из ваших лап. Короче, мы сказали, пора рулить. Пора рулить? Да, пора рулить.